друзья, давайте договоримся так. Меня зовут Вдовичин Олег. Можно на «ты», выходить не обязательно, если вопросы какие-то есть. Я назову так. Все мы с вами коллеги, просто я чуть-чуть постарше, чуть-чуть больше опыта. Вы чуть-чуть помоложе, наверное, в большинстве случаев. Но тоже кто-то когда-то добьется высоких успехов. И я буду вспоминать, что вот с этим человеком я познакомился во время Евромайдана. Да, люди, которые более активные пошли проявлять свою жизненную гражданскую позицию на Евромайдан, те, кто, кому больше интересно получение профессиональных знаний, опыта и своего развития, все-таки остались верными нашему мероприятию. Вначале, конечно, поблагодарим давайте организаторов сегодняшнего мероприятия, в частности Анечку, которая заставила меня пересмотреть свое отношение к сегодняшнему мероприятию и убедила, что оно необходимо. Поэтому, друзья, хочу сегодня в своей презентации поделиться с вами определенными знаниями, наработками, дабы вы в будущем, когда пойдете трудоустраиваться, имели понимание по крайней мере, по тем вопросам, которые я вам сегодня озвучу. Я хотел бы вначале, чтобы мы такой живой диалог провели, по возможности вы представились, то есть кто где учится, на кого учится. У нас же здесь не закрытое мероприятие, правильно? Кто самый смелый, кто скажет, где учится, на каком курсе, почему на сегодняшнем мероприятии? Здравствуйте, очень приятно.